Вот это сегодня. Сегодня у нас какое? 2 июня. Вчера был день защиты детей. Вот к нам прибилась кошечка опять непонятная. Ну, это не котик, это кошечка. Она сначала боялась. Я ее покормила. Молочка ей налила. Дала ей сухарики корма. Вот. И она, вот эта девочка, уже меня не боится. Алёся, девочка, где ты? Кто тебя выбросил, маленькую? Кто тебе маленькую выбросил? То мы 4 года почти назад котиков нам тут подбросили. Я назвала их Мурчик и Мирчик. Но Мирчик вот, можно сказать, почти 2 месяца, как соседей там утопился. Жалко, конечно. Ну, а Мурчик остался, он тут сейчас страдает, ходит мяукой. И сегодня вот, вот такая кисочка прибилась. Это не котик, это кошечка. Все как бы ничего, красивая. Но мать его так. Чего она к нам прибилась, я не знаю. Но дело в том, что кошечка. Нам же котята не нужны. Куда их девать? Здесь же не принято разводить. Ой, что с ними делать, я не знаю. И жалко же. Оно ж тут ходит неприкаянное. Вот. Да? Да, да. Мурочка. Давай я тебя назову Мурочка. А так. Ай, поваляться хочется на солнышке. Поваляться. Она чистенькая, она без блох. Может, что-то потерял. Надо дать там местную. Может быть, чья-то кошечка убежала. Может, кто-то хозяин найдется. Ну, я сомневаюсь, чтобы тут нашел. Тут их столько выброшенных. Но это вот к нам прибилось. Не знаю, что и делать. Моя холёсая кошечка. Ты Мурочка будешь, да? Я не знаю, как тебя зовут. Но ты, наверное, будешь Мурочка. У нас Мурчик остался. А ты будешь Мурочка. Не знаю, как вы с Мурчиком подружитесь. Ну, как-то подружитесь. Ой, да. И ходит за мной, куда я, теперь туда и она. То боялась ко мне подойти. А сейчас, пожалуйста, уже мы друзья. Да? Мурочка, Мурочка. Мурочка, Мурочка. И кошки, они вообще-то умнее, чем коты. Ну, сколько ей примерно? Я даже не знаю. Может, 5-6 месяцев. Да? Я не знаю, сколько ей. Если бы кто-то подсказал, сколько ей может быть месяцев. Но она еще видно, что маленькая, подросточек. Ну, я так думаю, 5-6, не больше. Ну, побежала. Да, ну, ладно. Наснимала уже много, хватит. Кс, кс, кс. Мура, Мура. Мурочка. Мурочка. Она тут у нас ошивается. Я сегодня, правда, первый раз вижу. А Гриша рассказывал, что он уже ее 3 дня видит, как она тут ходит. Ну, а я если увидела, то уже все. Это уже пипец. Ой. Да уж, да уж. Ну, хорошо. Пошла Петюня. Она рвется в дом. Может, где-то она дома жила у кого-то. Может, вырвалась. Надо поискать хозяевов. Может, она чья-то. Вот чистенькая. Ни блох у нее нету. Ничего. И ушки чистые. Вся она чистенькая. Вот красавица ходит. Да, Мурочка? Как тебя зовут? Скажи. Я ж не знаю, как тебя зовут. Вот так. Вот так, в тенечке легла, походила, и она уже и не убегает. Ну все, будем решать вопрос, что с ней делать.